В нескольких зданиях Тверского парка вокзал начнутся противоаварийные работы. В первую очередь речь идет о постройках, которые находятся на границе этого места отдыха. Это два деревянных одноэтажных корпуса, расположенных вдоль Смоленского переулка. Один из них представляет собой изначально два здания 1910 года постройки, которые при советской власти объединили в одно. Второе сооружение – это сторожка, которую тоже возвели в начале 20 века. Оба сооружения в последние годы фактически заброшены и неоднократно страдали от пожаров. Напомним, что весь парк «Воксал» планируется отреставрировать, превратив в современную зону отдыха. При этом губернатор Игорь Руденя дал указание сохранить все старинные здания.